Всем привет! Сегодня у нас... Какое сегодня число? Наверное, 18 марта. И в Украине уже 16 зараженных. 19 марта. 16 зараженных. Я думаю, что как бы их больше, просто еще не всех обнаружили. Я все время призываю всех сидеть дома, но мы сидели вчера дома, никуда не выходили. А сегодня вышли просто потому, что ребенку надо немного дышать. И мы вышли в лес, именно в лес. Мы не ходим там, где под домами или на площадку. Вот на площадке детской, я считаю, что ходить не нужно. Поэтому у нас такие вынужденные меры. Просто чтобы немножко... И сегодня очень хорошая погода, плюс 17. И сейчас утро, еще 10 часов, и может даже еще нет 10. И очень тепло, а днем будет еще теплее. Вот, люди гуляют немного, но людей меньше, конечно. Ходят в масках, нам сегодня должны привезти маски на почту. И мы должны забрать, мы 10 штук заказали, Ира фотографирует. Вот, у нее еще там надо будет протестировать, как эта камера снимает видео. Я ей подарила камеру на день рождения, и вот она тренируется. Ну, она редко тренируется, потому что у нее нет времени на это. Мы переживаем, что в Латвию не сможем долго поехать. У нас там все вещи. Я там цветок посадила, который работает. Вот, ну, вы видели. Кто видел, а кто нет. От розетки, там подсветка, все. Такой умный горшок. А мы здесь белку видели вчера и сегодня. Не вчера, а позавчера, когда мы там ходили. Вот. И только что тоже на нее смотрели. Она тут прыгает, скачет. Я просто очень люблю животных. И могу смотреть на них, просто не отрываясь. Очень долго. Да. Сейчас Эви выпустим, пусть она походит. Вон собачки какие-то идут. Ну, не знаю, выпускать ее здесь или пойти дальше, потому что, я думаю, что здесь дальше. Люди ходят. Да, здесь люди ходят. Здесь узенькая тропинка, но очень хорошая погода, прям очень. Покажу вам немного этой местности, потому что я так не снимала, только себя снимала. Вот эта тропинка ведущая, ее вот сделали пару лет назад, наверное. Здесь не было тропинки. Здесь санаторий. За забором он не действует. Здесь тоже какой-то санаторий. И, по-моему, он действующий. Не знаю. Но я знаю, что летом люди там отдыхают и играют какой-то футбол. Еще... И мы хотим сюда залезть, найти где-то дырку в заборе с другой стороны. Я помню, что там была дырка. Просто там написано, что не... это ведется там наблюдение. Но там очень хорошая территория, и хотелось бы там походить. Вот, покажу еще в ту сторону. Вот, Ира идет. Такая уже летняя. Ты уже такая летняя? Еще я заказывала посылку с Америки, и они задерживают ее. Очень расстраиваюсь, потому что она еще даже не вылетела. Еще даже, ну там просто... Есть на сайте, можно смотреть, на каком этапе отправки, передвижения, все вот это, всю информацию. И она из Америки даже не вылетела, хотя я заказывала уже давно. А там обувь, которую сейчас бы хорошо Эви носить. И я не знаю, они мне написали, что доставка будет осуществляться просто с задержками. А какие они имели в виду задержки, понятия не имею. Ой, тут уже горка, тяжело подниматься. Давай я. Все, нас не остановить. Ивет, привет. Привет, хорош. Смотрит, куда бы пойти. Куда бы пойти? Куда пойти? Куда бы пойти? Эви вот так теперь катается в коляске.
Она в коляску не хочет, а я ей показала, что можно вот так сидеть, и потом она сама залезла. Ну, немножко опасно, она руки в колеса пытается засовывать. И мы очень медленно, тут люди бегают, мы очень медленно идем домой. Немножко погуляли, но Ире пора работать, поэтому нужно пойти немного посидеть, может, еще после обеда выйдем. Только что выходила с собакой на прогулку, потому что она в туалет попросилась. У нее после отравления еще до сих пор не наладился стул. И она как бы как попало ходит. И вот я вышла, а на улице очень хорошая погода, поэтому сегодня очень много людей вышли на улицу, просто сидят там, общаются между собой или гуляют. И гуляют именно в таких людных местах. То есть карантин в Украине вообще не соблюдается. И всего 16 зараженных по официальной статистике. И это очень маленькое число, если сравнивать с другими странами. И я вам что скажу, что у нас сейчас очень много людей поступают в больницы с пневмонией. И, скорее всего, их не проверяют на коронавирус. Просто люди пишут свои истории или истории своих близких. И получается, что на самом деле ситуация непонятная, сколько зараженных, сколько больных, потому что тесты используются очень редко. И на улице выходить очень опасно, хоть и получается вирус невидимый, как бы люди не верят в то, что происходит, не сильно интересуются, что там в других странах, просто слышат какую-то информацию, ну, многие люди. Вот. А мне, например, это очень сильно интересно, поэтому я информацию ищу, читаю очень много. И я понимаю, что можно посмотреть на этих людей и поверить, что все хорошо. Все, Ира пошла мыть ребенку руки, пойду ей помогу. Не договорила. У нас сейчас не работает метро, но его собираются возобновить на каких-то условиях, я не знаю, может там, я не знаю, что они хотят придумать, что можно придумать с метро, может там, чтобы люди как-то в ограниченном количестве заходили. Но вы знаете, такое же было постановление для маршруток, чтобы 10 людей не больше. Ишка, сними сначала ночнушку, пожалуйста. Ну, я не на камеру. Короче, 10 человек и все в масках. Но вчера были уже журналисты снимали и показывали, что маршрутки забиты, и это постановление не выполняется. Потому что всем наплевать. Никто как бы особо не верит и не хочет придерживаться этих всех правил, рекомендаций. Поэтому все очень плохо. Эви одела платьице, я вам сейчас покажу. Или, ну, мы ее одели, но она иногда сама просит, чтобы мы одели ей платье. У нее есть платье, которое сейчас по размеру, потом не будет по размеру. И она очень хочет его одевать. Вот, смотрите, какой маленький. А мы будем, ну, как она станет чуть старше, ну, вот, может, там еще полгода, мы будем давать ей свободу выбора. Потому что некоторые говорят, взрослые, что вы не одеваете, ну, родственники, вы не одеваете ей платьице. Как-то, что она девочка. На самом деле, до 3 лет ребенок еще не осознает половые отличия, то есть и вообще себя не идентифицирует как девочку или мальчика, поэтому ей все равно. А мы одеваем так, как ей удобно, потому что в штанишках намного удобнее ходить. И если она будет хотеть платье, она будет носить платье. Если она будет хотеть носить зеленые кеды и красную кофту там или штаны, она будет это носить. Мы будем ей, ну, естественно, что мы будем покупать то, что по погоде и то, что по размеру, а не то, что она там, если скажет, зимой босоножки хочет. Но при этом мы цветовую гамму будем позволять ей выбирать и будем позволять выбирать там фасон и все такое, что, ну, то, что она захочет. Чтобы, а то некоторые думают, что мы ее как-то собираемся воспитывать как мальчика. Нет, такого не будет. Она будет делать то, что ей хочется, в пределах разумного и безопасного. А ты показала, потом как ей еще подходит это платье? Да, ну я немножко показала. Потом еще меня просили снять видео, как
мы собираемся ей рассказывать о том, что она растет в нетрадиционной семье. И, наверное, следующее видео я сниму про это. Если у меня будет время, то я постараюсь снять, потому что иногда я забываю о том, что мне нужно снять это видео. Сейчас еще покажу ее немножко. А кто это? Кто там, Эвечка, наша беленькая девочка? Кто там, Эви? Хорошая такая. Кто там в платьице ходит? Тебе нравится, дочь? Она сама просит.